Ну, вы знаете, это отдельно, конечно, вопрос к родителям. К сожалению, то, что происходит в социальных сетях, и что это фактически отдельный мир, в котором правят свои законы, это, конечно, безобразие. И государство, мне кажется, должно все-таки больше обращать внимание на различные суицидальные группы, которые есть в интернете, чем на людей, там, призывающих на митинги и так далее. То есть у нас жестко вылавливают тех, кто хочет пойти на какой-нибудь митинг и так далее. Но при этом вот эти все суицидальные группы, мы о них узнаем только после того, как там или в другом месте произошла трагедия. Я хочу напомнить, что у нас в интернете есть определенные алгоритмы, скажем так, наблюдения. Это, извините меня, ну, во всем мире есть такие системы, как эшелон и так далее, которые анализируют по ключевым словам. Ну а в молодежной среде, конечно, это суицидальные группы, там, где обсуждаются способы самоубийства. Ну, в любом случае, мы, к сожалению, об этих группах узнаем только после происшедшего. Меня еще в школе приучили стараться думать, и я, собственно, употребляю эти свойства человеческого мозга, то есть думаю всегда. Поэтому, в принципе, если думать, то никаких проблем отделять явные глупости от неглупости нет.